السلام عليكم عزيزتي برادر منال. السلام عليكم برادر منال. يا чтоб всем было ясно, свое поздравление, о чем нарушим язык, если не будете возражать. Я всех вас поздравляю с этим днем, днем Курбан Байрам, праздником которых во всем мусульманском мире все сегодня отмечают. Желаю вам всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, у вас в семьях благополучия. И чтобы в следующем году тоже мы вот даже больше конец собрались в мечети, и Аллах нам продлил наши дни. Всем, у кого здоровье проблемы, желаю здоровья, у кого какие-то финансовые проблемы тоже, чтобы решились до следующего праздника нового Курбан Байрама. И давайте, вы все уже знаете, да, наш вопрос про строительство мечети уже 100% решен. Теперь уже мы можем смело строить. Кто может физически сам прийти участвовать на строительстве мечети, кто-то какие-то финансовые помощи может оказать.